Ребята, всем привет, на связи Хижина Музыканта, и сейчас будет рубрика «Гитарист» в русской чат-рулетке. Будем петь песни, знакомиться с девушками, поэтому поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. И самое главное, приходите на мои весенние концерты в Москве, в Питере и в Казани. Будет классная атмосфера, новые песни, мои авторские, плюс все хиты, гитара, баян, живой бэнд, короче, будет масштабно. Все ссылки в описании, погнали смотреть. Приветствую. Добрый вечер. Как делишки? Все хорошо. Точно? Ну, да, вроде да. Как Новый год прошел? Ну, достаточно спокойно, слушай, на самом деле. Прям. Ты в каком городе отмечала? В своем, там, где живу, в Нижнем Новгороде. О, здорово. Бывал у вас. Дважды. И как? Ого! Дважды, ну это прям, ну, серьезно. Солидно, да? Mm-hmm. Это и уже как тебе? Бы статус горожанина, я считаю, могу взять сразу. Ну так, ну, а ты просто был, потому что, типа, просто ездил гулять там или по работе? Нет, я там чук-чук-чук я играл. Чук-чук, я, да, я поняла. Ну давай что-нибудь споем уж. Я для этого просто здесь. Я поняла, я вижу, что ты не просто так с гитарой сидишь. Ну, кого предпочитаешь, какие жанры, какого артиста? Давай представим, что ты на моем месте, да. И вот что ты попросил, какую бы ты попросил сыграть? Сложно, сложно. Я могу свою авторскую, а могу, не знаю, Коржа подойдет тебе, мне кажется. Нет, давай авторскую, это же интереснее. Коржа я могу и на Алисе послушать. Ну да. Ну и меня можно на Алисе послушать. Ну это да, но вживую лучше. Ну давай, смотри. Все, я на концерте в первом ряду. Просыпаюсь рано, только ничего не помню. Вечная дорога впереди, еще их сколько. Часовые пояса меняя временные зоны. Самолеты, поезда, отключая телефоны. Думал о тебе так много, что не помню годы. Мимо пролетали мысли, превращаясь в ноты. Вечные поиски любви, но я не знаю, кто ты. Строил образ в голове, пролетая по воде. Скажи, где ты, как далеко. Я знаю, там ждешь, я так устал, все нелегко, я знаю, ты меня поймешь. Очень здорово. Мне в моменте грустно немножечко стало. Ну, есть такая вот песня. Мне прям захотелось так. Блин, как будто бы даже Лизу можно пустить небольшую такую. Ну, можешь в Яндексе послушать теперь. Ну, пойдем дойдем до нее. Че она там одна сидит, да, бедная? Красота. Какую еще раз включить? Хижина музыканта, дорога. Алиса, включи хижина музыканта, дорога. Включаю хижину музыканта. Песня «Дорога». Вот, с Хангом. Блин, и что, мне теперь грустить надо будет, да, получается? Если хочешь. Все, теперь я на грустном буду сегодня, значит. Ну, она такая, знаешь, грустная, когда... Как тебе объяснить? Знаешь, иногда хочется слушать грустные песни не потому, что тебе грустно. Ну да. А потому, что тебе так спокойно и хочется чего-то вот такого вот. Умиротворяющего? Ну, типа того. Знаешь, это как Алиса, включи музыку для релакса. Вот ее как будто бы хочется для релакса послушать. Она очень комфортная. Вот я послушала, когда ты играл только ее. Угу. Очень комфортно. Ты сидишь такой... Так, песню мне еще никто не описывал. Приятно? Нет, правда, очень комфортно. Я даже не знаю, какое еще слово подобрать, но это, мне кажется, больше всего описывает. Ребята, как вам песня? Мне кажется, классно получилось. Хотел сказать, что многие все еще ищут легкий способ научиться играть на гитаре, хотя легче способа, чем просто взять и скачать приложение Тимбро на ваш телефон, ну просто нет. Выход данного ролика поддержало приложение Тимбро, которое наконец-то поможет вам заиграть на гитаре в два счета, потому что
Телефон всегда в кармане, под рукой, а здесь нужно включить приложение, достать гитару и начать учиться. Начинайте с раздела «Уроки», потому что вы начинаете с нуля, и выполняйте все упражнения шаг за шагом каждый день. Акцентированные ноты следует играть громче. Ну а в разделе «Песни» вы сможете разучить разные известные и популярные мелодии, песни. Таким же макаром вы можете обучаться игре на фортепиано. Есть упражнения, гаммы, песни, мелодии. Но если у вас нету собственной гитары или фортепиано, вы можете обучаться на виртуальном инструменте, прямо в приложении. Просто попробуйте. Приложение бесплатное, закачивайте и начинайте учиться. Ну а если вы перейдете по ссылке в описании, то получите вообще большую скидку на премиум аккаунт от меня лично, где доступны абсолютно все песни и все уроки, так что не соскучитесь. Love! Что с тобой? Скорее делай искусственное дыхание, девчонки. Знаешь, человек, который играет тебе на гитаре, еще всех отматывает то, что он не умеет играть. С маской малыша. Это не он. Это он с ним играл 100%. Это не ты. Это не я. Это не он. Это он. Это не он. Это он. Давай проверим. Давай проверим. Какую песню поем? Давай. Такую знаете? Убери руки с моего пульса, я уже слишком жива. С моего пульса убери руки, но у меня зима в сердце, на душе вьюга. Знаю я, что можем мы друг без друга. Зима в сердце, на душе вьюга. Ты понимаешь, что мы друг от друга далеко. Короче, да, не умею. Еще учиться и учиться. Как ты угадал с песней? Я читаю мысли людей еще. Второй талант такой есть. Смотри, могу, конечно, помочь сейчас. Я его побалила. Да ну, это ютубер. А ты случайно не играешь на этом? Как его называют? Знаешь, типа, вот так тут, типа, клавиши такие, а гармошка. Нет. Это где? Это ты где был? Это Малахов. Это я дал Малах. Не пишет. А ты нас снимаешь? Да. И мы пойдем в YouTube. Ура! Ну, если хотите, конечно. Да, редко кто радуется. Да, да, да. Я так и знала, я видела все. Доказала. Привет. Привет. Поешь? Да, немного. Ну ладно, ну репертуар какой? Разношерстный. Какое у тебя сегодня настроение? Не очень, поэтому здесь. Ну давай тогда грустненькое что-нибудь. Давай. Песню недавно прям написал. Меланхолия называется в роковом стиле. Нифига себе. Если ты любишь такое. Я такое слушаю. В который раз меланхолия не даст мне покоя. Я был предан тебе, чуть позже предан тобою. Последний вальс и твои глаза, как мертвое море. Но все равно я тону в этих глубинах без боя.
Почему мы смотрим небо и молчим, вспоминая о тебе, у меня тысячи причин. Закрываю душу на засов, не слышу, как кричишь. Мы с тобой потеряли ключи. Ты моя, я не знаю, как я потерял себя внутри того спектакля. И серым пеплом по ветру воспоминания, как приглашал тебя на первые свидания. Который раз меланхолия не даст мне покой. Я был предан тебе, чуть тоже предан тобою. Последний вальс и твои глаза, как мертвое море. Но все равно я тону эти глубины без боя. Знаешь, что мне напомнило? Немножко в детство, короче, окунуло. Помнишь, наверное, нет? Я не помню, как группа называлась. У них песня была... Я целую твои нежные губы. Ну, и что ты... Понимаю, что подумают люди. А, ты про нервы, я что ли? Я люблю такую. А, я понял, я когда-то ее тоже играл. Это... И мало ли, мало ли, что подумают люди. Я такую, такую никогда не забуду. Плакали, плакали батареи тупы. Я целую, целую твои нежные губы. Мало ли, что подумают люди. Я такую, такую никогда не забуду. Никогда не забуду. Никогда не забуду. Никогда не забуду. Никогда. Да, я любил эту песню тоже. Обалдеть, ты меня прям сейчас в детство окунул. В детство? Серьёзно. Сколько тебе было? 16, да, может? Да, да. Где-то так примерно. 13-14, где-то так. Скучаешь по тем временам? Очень. А вот когда повзрослела, ну, типа, своя уже жизнь, семья, тогда поняла, типа, вообще, это было самое лучшее время вообще. Надо было его проживать, а я как... дебилка. Ну, мы, да, с опозданием всегда думаем вот так. Обидно. Ну, еще не поздно, так что можешь начать с сегодняшнего дня. Завтра. С 1 января. С 1 января. Ну, ты уже пропустила, так что на следующий год. Я же говорила, с 13-го. С 1-го нельзя начинать. Ну, да. Ну, 13-е тоже прошло. И 13-е прошло, прикинь. А ты откуда? С Новосибирска. Блин, сегодня Новосибирск попадается, получается. А ты девчонки откуда? Тоже были. Я из Казани. Ты знаешь, да, что твой город популярен на пике популярности? Ну, сейчас песня та стала популярной, которая там за главный трек. Она, кстати, на татарском языке же звучит, если помнишь. Да. А ты на русском ее слышала? Ни разу. Хочешь, спою? Конечно. Да? Давай так, я спою сначала на татарском, на оригинале, на оригинальном языке, потом на русском. Хорошо, давай, да, там маленький фрагмент, да. Мехабет пиаласын, отасын, корасын, шиндехат пиаласын, бересын, отасын, кузде куз, кузде куз, кузде куз, нурмы ола, куда кул, куда кул, куда пиала. Хрупкое стекло любви ты разбил, посмотри. Стекло счастья тоже бьешь, что разбил, не соберешь. А в глаза, а в глаза, а в глаза светит ярко так. А в руке, а в руке, а в руке кусок стекла. Ну он все, ты понимаешь, что ты вообще, в принципе, идеальный человек? Да почему? Ну как почему? Ты не только сериал смотрел, ты еще и петь умеешь, и играть, ну, да, умеешь. Не забудьте про мои концерты в Москве, в Казани и в Питере, все ссылочки в описании, это будет незабываемое шоу. На всякий случай подпишитесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех событий в хижине. Частенько я путешествую, выкладываю там кружочки, фото с места событий из разных уголков нашего мира, плюс делаю встречи, кто знает, вдруг я приеду в ваш город и мы встретимся. Ребят, на этом все, хорошего вам настроения, не болейте, увидимся, пока.